Хотите хорошо отдохнуть, посмотреть достопримечательности и при этом сэкономить? Приезжайте в Киров. У нас, оказывается, одни из самых дешевых гостиниц в стране. Об этом сообщили аналитики крупного сервиса бронирования отелей. В топ-рейтинга бюджетных регионов также вошли Чувашия, Саратовская область и Удмуртия. В Кирове одна ночь в отеле в среднем стоит 4400 рублей, отмечают эксперты. Регионом-лидером выгодного отдыха в гостиницах стала Еврейская автономная область. Там сутки в среднем стоят 3200 рублей. Что касается Кирова, цены действительно доступные, говорят представители гостиничного бизнеса. Но это смотря с чем сравнивать. Мы иногда слышим от гостей такое мнение, что, например, за подобную же стоимость гости бронировали в других городах крупных, допустим, там Казань, Нижний Новгород, зачастую с большим уровнем комфорта, но такую же категорию по существенно более низкой цене. В других городах, если мы возьмем пятизвездочный отель, конечно, там ценник будет намного выше. Возможно, что в других городах есть двух-трехзвездочные отели, которые дешевле. Крупных, я имею в виду, и в центре может быть. Но я вот езжу, допустим, я дешевле 5-6 тысяч, я ничего не могу найти. Итак, в Кирове бюджетный номер с удобствами на этаже можно найти за 1700 рублей в сутки. Стандарт обойдется от 3 до 3,5 тысяч рублей. И люкс от 7 до 15 тысяч. Кстати, цены в этом году выросли. По словам ательеров, они вынуждены их повышать, потому что стоимость услуг и товаров растет. На цены влияет и загрузка отелей. Она существенно изменилась. Если раньше считалось, что 65% – это много гостей, то сейчас загрузка 93%, хотя сезон еще не начался. С чем может быть связана такая динамика, мы спросили федерального эксперта. И путешествия в соседние регионы приобретают все больше и больше популярности. Такая тенденция сейчас отмечается. Поэтому жители тех регионов, которые окружают Кировскую область, у вас очень много соседей, конечно, в первую очередь приезжают они. Тем более, что город сейчас готовится к празднованию юбилея. Это большое событие, к которому приурочено много мероприятий. Кстати, в прошлом году, по данным Кировстата, номерной фонд региона составлял 5300 и был рассчитан на 15 тысяч гостей. Не исключено, что цифры в этом году изменятся, если, конечно, новые отели откроют. Ведь по планам властей в юбилейный год Кировская область должна принять 1 000 000 гостей.